Военный учебный центр ЮРГУ объявил новый конкурсный набор для зачисления на боевые специальности. Обучение в центре не мешает учебе по основной образовательной программе. В расписании занятий выделяется один день, который студенты посвящают военному центру. Для того, чтобы поступить на обучение по программам подготовки запаса, то есть либо офицеров, либо сержантов, либо рядовых запаса, необходимо подать в установленные сроки заявление для участия в конкурсном отборе и затем пройти этот конкурсный отбор, который включает в себя медицинское освидетельствование кандидата, профессиональный психологический отбор. Также мы учитываем показатели физической подготовленности и успеваемости. Обучение проходит в два этапа. Студенты получают теоретическую подготовку в режиме военного дня. Один день в неделю целенаправленно посвящается занятиям по военной подготовке. После освоения теории студенты проходят учебные сборы, где принимают военную присягу. Занятия для солдат и сержантов запаса начнутся 1 сентября 2022 года. Для тех, кто поступит на программу подготовки офицеров запаса, 1 февраля 2023 года. Документы необходимо подать в срок с 18 по 28 октября и с 8 ноября по 16 декабря. Более подробную информацию можно найти в группе военного учебного центра ВКонтакте.